вы кальций потеряли. То есть очень важно за этим следить. Только тогда вам удастся красиво сохранить свой вес. Ну, то есть и получить результат и сохранить вес. Только тогда вам удастся сделать так, чтобы кожа не обвисла. Потому что когда, например, вы снижаете вес резко, быстро, много, в основном у вас падает мышца. То есть у вас падают мышцы. А анализаторы, они это показывают. То есть анализатор показывает, что у вас сегодня ушел килограмм мышц, например, или 100 грамм жира. Ребят, скажите мне, пожалуйста, то, что я сейчас рассказываю, вам это понятно или нет? Кто до сих пор не знает, кто я, что я, перейдите, пожалуйста, в мой профиль ТикТока, посмотрите на меня, посмотрите на мой результат, посмотрите, кто я. Меня зовут Анастасия Климович, я нутрициолог-диетолог с 12-летним стажем. Организатор международного виртуального онлайн-клуба ЗОЖ, где мы с ребятами полностью под ключ меняем привычки питания. Я работаю с людьми по всему миру, мне абсолютно нету разницы, в каком городе, в какой стране вы проживаете. Есть очень маленький список мест, да, местностей и стран, с которыми у меня нет возможности работать, а так я работаю практически со всеми. Так что присоединяйтесь, подключайтесь. Если вы хотите навсегда избавиться от лишнего веса, вот, пожалуйста, мой телеграм. Вы можете написать мне личное сообщение. Я проведу вам консультацию, да, рассказ, что нужно будет делать. Если вас это устроит, значит, вы будете под моим контролем в моем клубе получать результат. Абсолютно нету разницы, в каком городе, в какой стране. Огромное количество ребят в клубе с Украины, с России, с Белоруссии, Казахстан, Латвия, Литва, Эстония, Израиль. Что у нас есть? Америка, Ирландия, Германия. То есть у нас огромное количество ребят. И с каждым днем прибавляется все больше, больше, больше ребят, которые хотят заниматься собой. Так что вы не стесняйтесь, вы присоединяйтесь. Потому что пока вы думаете, другие худеют со страшной силой. Это, кстати, фраза, которая вдохновляет большое количество людей. Потому что пока вы думаете, другие худеют. Пока вы размышляете, другой уже похудел и уже контролирует свой вес. То есть, пока вы думаете, другие уже похудели и контролируют свой вес. Я сейчас просто прикидываю ситуацию, если бы я думала, например, 10 лет. Ну, то есть, вот, что бы со мной было бы? Для того, чтобы набрать вес, ребята, услышьте, пожалуйста, здесь постоянно на прямых трансляциях задают, в принципе, одни и те же вопросы. То есть, это бесконечный цикл. Для того, чтобы набрать вес, вот я смотрю на вас сейчас в камеру, отвечаю вам на вопрос. Для того, чтобы набрать вес, для того, чтобы вес снизить, для того, чтобы вес сконтролировать, вам нужен определенный рацион питания. В одном рационе питания у вас много калорий, в другом рационе питания у вас мало калорий. В третьем рационе питания у вас среднее количество калорий. То есть для того, чтобы набрать, убрать или контролировать вес, вам нужен грамотный рацион питания. Рацион питания, который соблюдает калории для определенных целей человека. Я занимаюсь этим 12 лет. Я составляю грамотно рационы питания людям из обычной еды, которую мы с вами покупаем в магазине, вместе с продуктами сбалансированного клеточного питания, которое ем сама уже 13 лет. 24 февраля будет ровно 13 лет, как я ем продукты сбалансированного клеточного питания. И система, с которой я работаю на протяжении 13 лет. Мое любимое высказывание на прямой трансляции, вот тут вот пишет Михаил, к сожалению, он на меня не подписан, вот, значит, не, написал, слушайте свой организм, а не ее. Значит, если вы будете слушать свой организм, то что с вами будет?
Коля, спасибо большое, то, что заблокировал Михаила, потому что он, ну, чушь несусветную несет, как обычно на прямой трансляции. Это деятели, которые заходят на стримы и слышат звон и не знают, где он. Ответьте мне на вопрос, вот высказывание человека. Человек по какой-то причине написал о том, что нужно слушать свой организм. Если вы будете слушать свой организм, что с вами будет? Я уже слушала 20 килограмм лишнего веса. Так, еще какие вариации? Станем алкоголиками, которые будут жирными. Так, наслушались. Ага. Я сейчас просто прикидываю. Я сейчас вот... Давайте просто буквально на 10 секунд закроем глаза. И представим на секунду то, что я буду слушать свой организм. Что он хочет? Вкусненького, сладенького, жареного, жирненького, углеводиков побольше, пиццы, суши, пельмени и так далее, тому подобное. Ну, прикиньте. Потому что организм всегда требует того, зависимость. То есть еда – это зависимость человека. Первое, второе – компот. Да, сверху еще алкоголь там и так далее, тому подобное. То есть мы, друзья... Мы зависимы от еды, и, к сожалению, если мы будем слушать наш организм, то мы будем с вами жирненькими, больными и не хотящими жить. Так что здесь важна, конечно, мера, важны мозги. Должен для того, чтобы вести здоровый образ жизни, для того, чтобы иметь стройность, человек должен обладать интеллектом. Да, вы знаете прекрасно то, что интеллект – это способность нашего головного мозга подстраиваться под определенные обстоятельства. Да, то есть быстро перестраиваться, подстраиваться. То есть получается, что ваш мозг должен осознавать о том, что если вы имеете лишний вес, значит, он от вас, даже если куда-то денется, он все равно к вам придет, потому что лишний вес – это болезнь. Ожирение – это болезнь, это беда 21 века, да, то есть люди жирнеют, люди жрут все подряд, люди не могут избавиться от этого лишнего веса, потому что это болезнь, она прогрессирует, да, это прогрессирующая, рецидивирующая болезнь, с ней нужно справляться. Знаете, вот как рак, да, там ремиссия бывает у человека, вот с лишним весом тоже, вот вы должны находиться в ремиссии. То есть вы должны похудеть, и вот этот вот контреч. Зеленое яблоко понимаю, красное яблоко не понимаю. Подскажите по программе похудения. Совсем нельзя кофе. Если вы хотите снижать вес быстро, то кофе нельзя. Если вы хотите снижать вес медленно, то кофе можно. Да. Вот. Зеленые яблочки – это ребята, которые обладают интеллектом, которые понимают, про что идет речь. Замечательно. Значит, вам нужно понимать и осознавать, что человеку, который болен, да, у него болезнь, ему нужно контролировать свою еду, контролировать кормежку. Это то же самое, как человек, который болен сахарным диабетом, ему нужно контролировать кормежку. Человек, который болен зависимостью от алкоголя, ему нужно не пить алкоголь. Ребята, это, друзья мои, это элементарные вещи, то, что я здесь сейчас рассказываю. Я с людьми работаю 13-й год. 13-й год я работаю с людьми. И если я хотя бы на секунду представлю то, что у меня нету предрасположенности к лишнему весу, и начну есть все подряд, меня тут же разнесет. Тут же. Потому что я быстро набираю, и я быстро худею. Да, то есть вот у меня именно такой вот организм пока на данный... Я не знаю, что будет в 40 лет, я не знаю, что будет со мной в 50 лет, но пока на данный момент в мои 33 я быстро набираю и быстро худею. Скажите мне, пожалуйста, у кого так же? Кто быстро набирает и быстро худеет?